29 июля деревня Барковка Выксунского района Нижегородской области сгорела за 10 минут. Незадолго до этого местные жители, видя, что лесной пожар приближается, принялись самостоятельно вырубать деревья, пытаясь защитить свои дома. Однако не вышло. Приехала милиция и объяснила про уголовную ответственность за незаконную вырубку. Через два дня поднялся сильный ветер. Когда пожар перекинулся на деревню, тушить его было бесполезно. Огонь шел сплошной стеной. Он верховой пошел уже. Лесу верховой был, и здесь перекинулся. Как с леса начал? Здесь прям быстро, прям вот взрыв, и я вот лицо подняла на небо, и сразу прям вот это пламя на дно. Смысла не было ни окапывать, ничего, ни поливать смысла не было, даже если вода вот здесь вот была бы. Бесполезно. Если этот дом горит, за вами дом горит, какой смысл? Пожарных в деревне просто не было. Единственное, о чем позаботились местные власти в день бедствия, это отключили газ, свет и воду. Эта семья вернулась на пепелище в надежде найти уцелевшие вещи, но обнаружила только обгоревшее железо. Пострадавший кот вернулся, собаку больше не видели. Я бегал тут, вытаскивал, только помните уже, когда выехали, что я босиком. У меня носков уже не было, вот только одни веревки вот здесь вот остались. Вот бегал тут как с кругами. А потом раз на ноги, да у меня и нет ничего на ногах. Потому что просто не думаешь об этом. А домой-то забегали уж в последний момент. Там целый дом дыму. Там не видно ничего. Что, вот на ощупь знаешь, что где-то приблизительно что-то лежит? Ну, нужно тебе, не нужно, вот хватит там. Сейчас вот маленько где-то спал, с утра вообще тут стоять нельзя. Вы эти маски ходите? Это таких уж слов нет масок. Вот, они не держат это. Верхняя Верея, большое село в 341 дом, выгорело полностью. В этот конверт поместились найденные на одном из пепелищ человеческие останки. На вопрос, много ли здесь подобных находок, работники прокуратуры ответили: «Бывает, находим». Официально погибшими признаны 21 человек во всем Выксунском районе. Сколько пропавших без вести, не уточняется. Власти лишь признают их наличие. Здесь жил так, Машков Анатолий. Дед? Вот дед его. А он как? Ты не знаешь, где он? После того дня не видел? Я его не, после пожара я его тоже не видел. А через дорогу уже работает экскаватор. Расчистить завалы полностью обещали после того, как следственные действия завершатся. Премьер-министр Владимир Путин, посетивший Выксу уже на следующий день после пожаров, пообещал погорельцам многотысячные компенсации и новое жилье к ноябрю. Обещают, холодам уже построят. Вы верите? Да обещают. Верю вроде. Путин-то верю. Если его тормозить, если 15 как. Человек хочет сделать, а у нас вредители разве, ну. Пока что Геннадий с женой живут у дочери. Тех, кому пойти некуда, разместили в оздоровительном лагере, в Выксунской школе и гостинице. На первое время им выдали по 10 тысяч рублей. Над Выксой и окрестностями по-прежнему царит смог. Леса продолжают тлеть, уцелевшие деревни эвакуированы.
Пожар затронул более трети всех лесов Выксунского района, но большинство очагов локализованы. Работают сотни пожарных, говорят в МЧС. Сгорело больше половины леса, а локализован не значит потушен, негодуют лесники. Огонь высотой в 2 метра – это ерунда, говорят местные жители. Остается молиться, чтобы не было ветра. Кто тушит пожар? Первым в пожарной форме нам встретился Григорий. Он работает на металлопрокатном заводе. Человек 30 ежедневно снимает со смены и отправляет в лес. У нас вот уже еще неделю снимают ребята с завода. Никуда. Не только сюда едем. Просто из завода. То есть вы не пожарный? Просто... Нет. Мы рабочий завод. Какого? 4-й трубный. Вот. Линии большой диаметр. Угу. Ну вот сейчас мы контролировали пока, ну, где тут лево, где чего. То есть машина не будет же каждый раз ездить. Нас вот, допустим, поставили там 30 человек там, по 100 метров. Что можно было крикнуть, там мало ли чего. Мы стояли. Да. По краям дороги через каждые 100 метров тлеющий лес охраняют добровольцы. У них нет раций, а мобильная связь здесь не работает. Добровольцы должны добежать до автобуса, если заметят огонь, и оттуда передать сигнал пожарным. Мы поставим это. Горит все равно.